Кто тебя остановил? Кто из них? Вот этот, который в машине сидит? Выходим. Уважаемый, рассказываем, пятерочку получать хотим еще? Одну пятерочку. Которого вы только... Что вы говорите? А которого вы сейчас послушаете? Водителя за что остановили? Вот водителя, за что остановили? У меня все в порядке, у вас все в порядке? Отлично. У меня сегодня все в порядке. Это очень хорошо. Полный набор. Это очень хорошо. За что вам остановили водителя? Какого лидера? Вот этого, который стоит. За что остановили? Понятно. Только что вы его остановили. Не-не-не-не. Секунду, все нормально. За что остановили водителя? За что был остановлен водитель на автомобиле L200 AA1892 МК? Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Вы очень сильно ошибаюсь. Где твои документы? У тебя? Сын, я говорю. У него? Где документы его? Очень ошибаюсь. Где документы его? Документы где водителя? У меня нет никаких документов. Документы водителя у где? У меня водительские документы никаких. Где? Да, где твои документы? У кого? Веди за усы того, кто документы твои забрал. Пятерочку будем брать еще? Представьтесь, имя, фамилия, жетон где ваш? Не собирайся, я абсолютно. Что значит не собирайся? Где жетон ваш? Собирайся, только наоборот. Да, я сейчас...